Американские военные умудрились повредить ракету с ядерной боеголовкой. Инцидент произошел еще в мае 2014-го, но на протяжении полутора лет военное руководство штатов умалчивало о случившемся. Историю раскопали журналисты Associated Press. Во время диагностической проверки одна из ракет, цитирую, «стала непригодной для эксплуатации». На следующий день ее должны были починить, однако начальник ремонтной бригады, еще одна цитата, «не придерживался в должном порядке технического руководства», и ракета окончательно вышла из строя. В итоге ремонт обошелся Пентагону почти в 2 миллиона долларов. Другие подробности случившегося не сообщаются. Армейское руководство начало проверку, что называется, по-тихому. Трое военнослужащих были лишены допуска к работе с ядерным оружием. Результаты расследования должны были стать известны широкой публике, но в итоге доклад решили засекретить.